То, что меня отшрафовали там на 30%, мне, конечно, было неприятно, так как наша команда всегда выделяла свои дисциплины. Отштрафовали меня за дисциплину, за то, что перепрыгнули. А то, что они перепрыгнули и поддержали меня, это мне было очень приятно. Этот штраф, я думаю, они не должны его возвращать мне там. И если вдруг они там что-то мне сделают, эти деньги пойдут на благотворительность.